Внутриполитичное становище краины турбуя кожнаха. Люди разных узростов и профессий имкнутся выказать свою громадянскую позицию. Але головное у ситуации – заховывать конструктив. Усе, кого хвалюе лёс Беларуси, повинны памятать про приоритет. Не допустить расколу громадства, страты незалежности державы и подрыву ее экономики. Своим меркованием с нами поделился военный комиссар Гомельской области Андрей Крывоносов. Уважаемые соотечественники, земляки, 9 августа 2020 года я, как и весь белорусский народ, сделал свой выбор. И с 10 августа с чувством выполненного долга убыл в отпуск, который хотел провести со своей семьей в моей родной Беларуси. Но оценивая складывающуюся социально-политическую обстановку, сделав определенные выводы, принял решение, что я не могу остаться в стороне от этих событий. Я принял для себя решение этот отпуск посвятить защите трудящихся от того, чтобы их не агитировали к забастовкам, для того, чтобы они продолжали работать и приносить благо своей стране и своему народу. Я, как активный гражданин, принял участие для того, чтобы поддержать рабочий класс в их стремлении трудиться и жить в спокойной и процветающей Беларуси, какой она была все это время.